На просторах интернета я посмотрела один очень забавный ролик у мужчины, очень разговорчивого, который рассказывает анекдоты на Ютубе. В общем-то, обнаружили новый модный вирус с короной. И он рассказывает, чем он лечится. И он показывает, что он, в общем-то, лечится сбитнем. И вот сбитень как раз производит у нас недалеко от города Новосибирска. Есть такой город микробиологов Кольцово. И сбитень разработан, именно этот вариант сбитня очень удачного, разработан на предприятии Abyss Organic. И они производят два варианта, вот сбитень с имбирем и сбитень с шалфеем. И это натуральный продукт, который действительно очень хорошо помогает при вирусных заболеваниях. Здесь сгущенная хвоя сочетается с пряностями, с разнообразными, и с черным перцем, и с бадьяном, и с корицей, и с лаврушкой, с медом. И в одном случае добавлен имбирь, и это позволяет и прогревать, и откаркивать очень хорошо. В другом случае добавлен шалфей. Он более мягкий, его любят больше дети. И вот этим сбитнем, конечно же, очень удобно лечить, причем очень грамотно лечить, потому что вы можете сделать себе очень много питья, как теплого, так и холодного. Вот каждая такая бутылочка, это 44 чашки готового напитка, это концентрат, где концентрированы лекарственные растения собраны, и концентрат пряности собраны. Все в одной бутылочке небольшой. И плюс пихта – это такой иммунный регулятор, который позволяет регулировать наш иммунитет. То есть он его повышает, когда надо, и понижает, когда надо, не позволяет цитокиновым штормам развиваться. Поэтому вот я этому веселому мужчине желаю, в общем-то, здоровья и напоминаю всем, кто смотрит, что вот этот сбитень очень легко выписать просто на сайте Abyss Organic и лечиться натуральными средствами всей семьей.